Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это гайд на реплеи в The Isle of Rima, обновление 6.5. Собственно, как работают в игре реплеи? Ничего сложного. Нажимаете F2 во время игры, и вот такая иконочка у вас слева в углу верхнем должна появиться, то есть ваши реплеи записываются. Сразу оговорюсь, что достаточно непонятная система реплеев появилась в The Isle of Rima. То есть оно должно составлять не менее 5 секунд записи, и только через полчаса вы можете смотреть свои реплеи. Да. Если по какой-то причине у вас не работает реплей, вы нажимаете F2, зайдите в настройки и посмотрите, правильно ли у вас выставлена клавиша по умолчанию. Обязательно поменяйте ее. Итак, давайте зайдем в реплеи. Смотрите, видите? 30 и 29 минут. Я записал две демки. Давайте немножко подождем. Как видите, прошло почти 15 минут. Собственно, то есть эта система работает. Ну, а теперь наши демочки полностью функционируют. Прошло полчаса, и мы можем зайти спокойно в реплеи. Обратите внимание, все прекрасно работает. Да, конечно, как по мне, это очень странно. Почему именно полчаса? Почему сразу нельзя посмотреть демку? Ну, а теперь давайте я вам покажу, где найти эти файлы демо. Через поиск Windows вставьте команду local update data. Ну, собственно, все будет в описании под видео. Ищем папку The Isle, папка Saved, папка Demos, и вот они, два наших демо ролика, то есть наши два реплея. Собственно, ничего сложного нету. Обязательно поставь пальчик вверх, подпишись на канал.